Говорит, да? Мы пришли на сегодняшний сход по решению вопросов общего характера. То есть те, которые проблемы у нас общие по Васильковке. Это мы осветили вопрос контейнерных площадок наших. Потом осветили вопрос освещения, где у нас не восстановлена эта самая спортивная площадка Васильковская 4-5, чтобы нам ее восстановили покрытие. И нас за домами Васильковки 8-8А, там у нас есть пространство пустое, но мы думаем, что нам обещали как-то, что там сделают аллею. Вот этот вопрос мы подняли, ответ нам сказали, обещали дать. И по проезжей части, которая у нас проходит за домами на той стороне Васильковки, где у нас и пешеходы ходят, и машины ездят. Этот вопрос подняли. И еще такой злободневный, у нас вообще злободневный вопрос, это у нас были контейнерные площадки, потому что весь хлам, все это к нам летит во дворы. И ничейная территория. Определиться, кто у нас будет убирать ничейную территорию, потому что у нас есть такая злосчастная территория между 17-й школой и 11-м домом. Вот эти вот, она постоянно грязная, постоянно заросшая, и, ну, так вот, нарушена, ну, как-то вот весь облик микрорайона она как-то нарушает. Тем более, что у нас в микрорайоне, у нас, ну, дворники работают, это хорошо, дворы-то всегда чистые, а всегда грязь получается только из этих контейнерных площадок из-за этого. Сколько, вот такие у нас... Сколько из этих вопросов вы сможете решить вот вместе с местными исполнительными органами? Ну, вопрос, наверное, с контейнерными там определяется, потому что там тендера. Это не сразу, не сейчас, не завтра. А потом я еще забыла сказать, у нас такой сейчас злободневный вопрос, мы его тоже подняли здесь, рассмотрят его. Это у нас участок между Васильковкой 1-1А-2, который при благоустройстве пропустили. И там у нас постоянно, получается, вода стоит, когда дожди, ливни, у нас там потопы. Там действительно хоть на лодке выплывай. Вот этот вопрос мы тоже подняли, но сказали, этот вопрос рассмотрят. По контейнерному он сразу не решится, вопрос, потому что там проблемы по тендерабу, там вывоз контейнерный. Да, а вот решится вопрос, наверное, посмотрят нам по спортивной площадке, то, что с покрытием. Освещение нам пройдут и сделают это вот в ближайшее время, обещали. Определяться с тротуаром за домом, который, чтобы он был как пешеходный, не проезжий. А вот с благоустройством, то есть зоны отдыха, еще пока вопрос, ну, рассматривать буду. Все вопросы зафиксировали? Все зафиксировали, все, да, и в карточки записали, да, и все, что сейчас не дали ответ, дадут нам ответ позже. Давайте все данные наши записали. Да, что из них реализовано? А так-то, в принципе, у нас проблем так особых-то по микрорайону-то нету. Давайте мы представим вас нашим зрителям, как вас зовут и вашу должность. Белоусова Галина Анатольевна, председатель КСК «Кристалл», микрорайон Васильковский. Все, спасибо большое. Всего доброго.